31 января в 126-й день рождения народного художника СССР Аркадия Александровича Пластова в Ульяновском музее, который носит его имя, открылась уникальная выставка работ художника к спектаклю «Настя Колосова». Таким образом, открыта еще одна неизвестная страница творчества Пластова. В 1951 году Аркадию Александровичу выпала честь быть главным художником в Малом театре. И он работал над спектаклем Валентина Овечкина «Настя Колосова». Удивительно, была подобрана галерея уже ему любимых преслонишинских героев, которые пришлись по душе главным режиссерам. Главный режиссер Гладков увидел в преслонишинских героях героев в спектакле «Настя Колосова». Этот новый федеральный партнерский выставочный проект, приуроченный к году театра, осуществляется при участии Государственного академического малого театра России. Для выставки учреждение предоставило 42 копии эскизов, костюмов и декораций, которые выполнил народный художник к спектаклю. Только один эскиз единожды был представлен в печати, остальные показываются впервые. Потому что сегодня в этом музее открывается необычная выставка во всех ее смыслах. И члены регионального отделения Союза художников, познакомившись с ней, уже как бы высказали свое мнение, оценку. Ирек Харисович Нурдинов, который подошел, сказал: «Это просто чудо, то, что мы сегодня здесь в этом выставочном зале увидели». Почетными гостями церемонии открытия стали представители Малого театра России. Конечно же, для актеров это был малоинтересный материал, но добиться интересного решения ролей своих, я думаю, им помог во многом художник спектакля. Потому что, когда он создавал эти эскизы, вы можете это видеть на выставке, он не просто, как многие художники работают в театре, рисует костюмы. Он рисовал фигуры, лица, мизансцены, он давал мимику актерскую. И это в том числе, я думаю, помогало артистам найти какую-то черточку, а может быть даже зерно в образе, который они представляли. Будучи особой и обособленной страницей творческой биографии народного художника, эти эскизы бесспорно принадлежат к наиболее ярким образцам советского театрально-декорационного искусства первой половины 50-х годов прошлого столетия. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.